Более 200 иностранных исследователей и ученых приняли участие в открытии форума гуманитарных наук «Великая степь». Его проводят в Астане к 25-летию независимости тюркоязычных стран и ко дню тюркской письменности. Мероприятие посетила и государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова. Она зачитала гостям приветственное обращение президента Казахстана. В нем отмечается, что созданная по инициативе главы государства Международная тюркская академия впервые проводит мероприятие такого масштаба, а также, что Великая Тюркская степь стала символом общих человеческих ценностей. Великая степь объединяет огромные пространства Евразии. Этот форум станет платформой для обмена идеями в направлении тюркологической науки, сделает огромный вклад в развитие истории и культуры тюркских народов. Знаете, на нашей планете более 200 миллионов человек говорят на тюркских языках, и можно с уверенностью сказать, что Астана временно стала столицей всего тюркоязычного мира, потому что здесь за эти два дня поднимут вопросы, касающиеся всех нас. Я очень благодарен организаторам за проведение этого форума.